Всем привет, друзья. Привет. Добрый ранок. Ну что, снова мы с вами на площади Рынок. Сейчас попробуем мы полезть вверх на ратушу. Вот такое сегодня будет видео. Скорее всего, будет тяжело. Ратуша высокая, как Даша сказала, одна из самых высоких, то ли в Украине, то ли в Европе, да, мы еще не уверены. Ну вот, вперед, вы с нами. Сейчас озвучим цену, ну и покажем. Как туда добираться. Так, сейчас еще площадь Рынок, пятница. Вот, все спешат на работу, все спешат покушать, позавтракать. Мы уже позавтракали в нашем отеле и идем вперед с вами. Прямо по таким красивым булыжникам, брусчатки. Да. Вон, театр пива, вот правда. Вот то, что я пиво пила, бачишь, три, ага. Три повара вниз. Помните, мы в Реберне пили пиво, правда. Ага, точно. Прямо возле нашего отеля. Так, красивый балкончик. Мы идем вперед на ратушу. Надеюсь, там билеты есть. Потому что вход туда платный, точнее, в лаз, мы же будем лезть. Посмотрим. Главное, чтобы очередей больших не было. Не хотелось бы терять время во Львове. Так, наверное, это кафе какое-то. Сейчас посмотрим пока. Ничего себе, так прыжочек с ратуши. Ого. Вот красоту тут показывают фотографиями, красивыми цветами. А Наташа пошла узнавать, где вообще вход-то в ратушу. Так, видимо, не здесь, поскольку она меня не зовет. Ну, слава богу, спросить можно, узнать можно. Наташе уже там понравилось, но я и так еле оттягиваю от магазинов, чтобы мы дошли. Так я уже рассказала, что я тебя из всех магазинов вытаскиваю, чтобы мы дошли. Отлично, мы уже поели. Куда идти? Куда идти в ратушу? Идем, нам сказали. Все. Все, друзья, идем. Сейчас покажем, где вход находится. И полезем наверх. Так, вот обходим. Снова видим мешки, которые закрывают от осколков достояние Львова. Ага, вон такие красивые львы, где наш флаг. Наверное, вот там вот и вход. А вход на ратушу-то где? Ну тут, давай испытаем. Искали-Виска-Рада, что-то я не поняла. Трамвайчик. Так, нам еще дальше обойти надо, да? Не, я бы иду сюда. Давай. Там работа, маскарад, там просто так, да, не пойдет. Наташа все узнала. Значит, сегодня пятница, а оказывается подъем только в выходные, в субботу и воскресенье. Неделю, да. Так, сейчас пойдем в информацию, узнаем, запишемся, если есть вариант. Да, и треба тогда... зареєструватись. Еще повезло, мы еще полдня завтра будем. Ой, тогда... прямо это такая, боже, суббота, может, не есть, домой, суббота есть. Может, есть варианты, мы попадем действительно. А пока вот такие вам показываю красоты. И надеюсь, вернемся завтра солнечко, с вами. Супер. Ну вот, доброе утро следующего дня наступило. Сейчас суббота, мы идем в ратушу. И здесь уже такие лавочки, небольшой рыночек. Видимо, он выходные. Всем доброе утро. У нас 1 час до выезда из отеля. Надеемся попасть в ратушу. Ну, Наташа уже застряла. Наталка уже на своем месте, любит сувениры, покупки. Сколько и попробовать, все можно, очень много людей стоит. И сыр, и молоко, и олия, масло. Только такой себе рыночек, на площади Рынок, что логично, вон хлебушек есть. И красота какая, и колбаска есть. Так, сейчас покажу вам ратушу еще раз, смотрите, куда мы пойдем. А, значит, что по истории, что мы прочли. Самые старинные механические часы в Европе. А сама ратуша такая вот красивая была построена в 1357 году. Через 200 лет случился пожар. И, конечно, сейчас мы имеем дело уже с новым строением. Вот, сейчас попробуем обойти. Боже, какая красота. Красиво. Нет, вот. Там клипчик, там цвета. Сейчас, кстати, погода уже классная, да? Сколько мы мерзли, попадали под дождь, погода сейчас, солнышко, супер. Львов радуется, такие, ох, они уезжают, слава богу, наснимали контента. Теперь можно и погоду дать.
Вот, сейчас подходим, наверное, там вот очередь уже стоит, потому что нам сказали, что нужно же зарегистрироваться, мы зарегистрировались. И потом подходишь, просто на честное слово говоришь, мы зарегистрировались. Ну, сейчас посмотрим, там, и, Да, и просто за вами спускается хранитель башни, так сказать, потому что здание административное, и вы с ним вместе поднимаетесь вперед. Ой, трамвайчик, еще и, да, точно, платить надо. Ох, платить же надо, 100 гривен, 50 за вход. А ребенок, не помню, до скольки лет, 30 гривен. А, трамвайчик. Машем трамвайчику и подходим в очередь на пролаз до башни. Кстати, пришли мы металлоискатель. Не просто так здесь вход. Доброго дня, рада вас бачити. Доброго дня. Так, подниматься на четвертый этаж. Там есть касса. Платить деньги и хоть час гуляй здесь. Никто вас не ограничивает. 25 детей. Вот, кстати, король Данила, можно сказать, основатель Львова. Назвал и он в честь своего сына Льва. Да. Сколько хотим, столько и гуляем здесь. Идем по коридорам, кассы пока и не видно. О, наверное, нам сюда. О, вот и касса. 4:30 я вышла. От кассы прям сразу вверх путь по таким ступенечкам. Так, курить нельзя, мусорить нельзя, пить нельзя, снимать можно, слава богу. А, билетик, значит, детский 20 стоит. Ух ты, а ну, ёлки-палки. Есть камера хранения. Если вам надо, можно сдать свои вещи. Ну, я много вещей не брала, потому что уже все собрано. И погода хорошая. Ни зонтика, ни кофточки не надо. Ага, правильно, чтоб лететь будешь, может, тебя поймают. Так, ну вы ступенечкой уже налюбовались. Включимся, когда мы уже будем наверху. Мы думали, что сейчас уже дошли. Нифига, смотрите еще сколько. Еще в порядке идти. Это просто бетоночка. То есть... Кстати, ступенечки так в косе иногда. Я уже думала, что меня подкашивают. А нет. Сереги уже ох, ах. Снова мы зашли. И все еще туда идти. Да вы издеваетесь. Хотя все стонут, все лезут. Ой, мы ждем от вас лайка. Ох, ну давайте. Ох, много людей за нами идет. Но ступеньки вообще отличные. В Мариатском было посложнее. Фух. Ну давайте, родненькие. Фух. Нам с Натальей лайк, вам хороший вид. Надеюсь, оно что того стоило. О, вот механизм, кстати, который можно увидеть. Вот нас радует, что еще не все. Да, да, я уже сняла. Пропускаете, да? Спасибо. Ну что ж, еще последний рывок. О, это, походу, я первая иду. Фу, с больным коленом, от вас лайк. Фу, куда идти-то? Ёлки. Так, и куда? Наверное, сюда. Ага. Не все так просто. Ёлы-палы. Вы шо, люди? Тут, чтобы вы понимали, меня уже укачало. Но я дойду. Там уже все, походу, остановились. Но мы дойдем. Как сказала Наташа, вид же могут занять. А, тут всем хватит вида, спокойно, народ. Ура! Мы дошли! А теперь любуемся такими вот красотами. Вот он, Львов. Боже, вот это красота. Извините, задышала. Вот.
люди появятся, отсюда не появятся. Наталья! Все выходят, надо просто лица у людей снимать, когда они выходят. Нет, это того стоило однозначно. Это того стоило. Наташа, отдышись. Наташа, говорит, пойдем полежим. Колокол, кстати. Сейчас он, похоже, он не звонит сейчас. Нет, все-таки они звонят. Еще и так. Громко, да? Времена войны он не звонит. И так достаточно тревог и сирен. Ну давайте уже насладимся. Я просто сейчас вот так пройду. Кстати, я вспотела, а ветер холодный. Опа. Не все так однозначно. Девчина каже, тепер розумію, чому час не обмежений. Бог я схожу. Не, ну, скажи, это самая высокая. Куда мы так лазили? Не знаю. Маріацький не такой. Он неудобный. Маріацький попроще, и в Маріацьком можно подлететь. А здесь вроде так, ой, извините, тут видите, такая проволока, не совсем видно еще. Я извиняюсь, но вообще ничего не понимаю. Где мы? Мы во Львове. Мы во Львове, это уже хорошо. Наталка трошки устала от такой красоты. Вот это памятник кому? С этой стелой. Я говорила, а я не знаю. А вы часом не знаете, кому это памятник? Вот этой стелой вот этой скрыли. А вон крыло, кстати, да, мы не помним, кому это памятник. Есть. А то невысокий зал? Юра, кому тут памятник? Да, Франко вроде. Ну, логично, перрон, писатель, в принципе. Львовяне молодцы, тоже вышли. Ты не знаешь, кому этот памятник? Ну, я киевлянка, я не могу сказать, что я Киев тоже хорошо знаю. Но плейлист «Киев» у нас есть, красота там. Даже не знаю, вам приближать, отдалять. Ну, вообще, конечно, очень круто. Но очень тяжело сюда добраться. Видеть, сколько ступеней мы прошли. Слушай, тут крыши еще надо поснимать. Там такие мансарды. Ага. Наталка, не впади хоть. О, а вот доминиканский. Красота какая. Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Что так солнышко в глаза бьет, но я в очках, надеюсь, вам видно. Ну, мне видно всю эту красоту. Вот. Пойду еще. Люди все еще выходят и запыханные очень. Вот. Так что давайте сейчас еще раз пройдем. Ну, людей посмотрим и себя покажем. Что, пишите комменты, ставьте лайки, есть ли у вас такая ратуша в городе, что вы могли залезть и посмотреть. А мы в ваш город обязательно приедем, мы путешествовать любим, в планах много всего. Да, но только от фонарика чуть-чуть. Вот, красота. Занимаюсь.
все, давай нормально оставим очки. Ну что, красота? Стоило того, чтобы лезть? Так и что, это вообще очень вид, обзорность такая. Ты что, видел? Да. А я еще машем. Ждем лайков и надеемся, что люди напишут, в какие города нам стоит приехать, чтобы тоже вот так вот забраться, заняться фитнесом и посмотреть классные доски. Это в Хорватии мы таким занимались. Да, в Хорватии мы в каждом городе лазили. Городов 7 так. Наташа очень злилась.